Смертельное ДТП произошло накануне на трассе Барнаул-Рубцовск на участке между Алейском и Шипуново. Как сообщает краевой ГИБДД, водитель легкового автомобиля, направляясь со стороны Рубцовска, по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. В результате погибла пассажирка легковушки, женщина 1969 года рождения. Водитель и пассажир-ребенок госпитализированы. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагедии, но очевидцы в соцсетях высказывают мнение, что виной могло стать состояние трассы. В этот день, сообщают пользователи Барнаул-22, на трассе был сильный гололед, а дорожных служб не наблюдалось.